Самое страшное в период любой войны – это когда погибают дети. В ДНР за время ведения боевых действий от обстрелов ВСУ погибло около 100 детей. В понедельник, 28 августа, в рамках проекта «Невыученный урок», который инициирован Министерством информации ДНР, возле памятника Аллеи Ангелов собрались жители Донецка, чтобы почтить память маленьких жителей Донбасса. Война не щадит никого. И в нашем современные годы, 2014 по нынешнее время, детей по-прежнему обстреливают. И дети погибают так же, как в 1941 году. И это прежде всего наш невыученный урок. Мы с вами прекрасно понимаем, что взрослые за все эти годы не научились решать проблемы мирным путем. Если вспомнить слова Вольтера, что человечество из своей истории научилось извлекать только то, что ничего не умеет извлекать, мы сегодня с вами должны задуматься, остановиться, взглянуть в прошлое и, наверное, принять решение никогда не допускать подобных ошибок. Люди несли к плите, на которой выбиты имена погибших детей, игрушки и цветы. Каждая строчка на ней – это большое горе для всех жителей ДНР. Их сразили пули и осколки снарядов, выпущенных по городам Шахтерского края. Каждый из погибших малышей мог реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее, прекраснее и добрее. Дарья Черничная и Алексей Полянский. Новороссия ТВ.